Большой юбилей отметил лагерь имени Александра Матросова. Ни много ни мало ему исполнилось сегодня 60 лет. В честь этого события на его территории прошел красочный фестиваль. Изначально с 1955 года лагерь планировался как дача для детей дошкольного возраста. После чего эта идея претерпела некоторые изменения, и дача стала ведомственным лагерем, принадлежащим заводу «Раскат». С 2006 года детский оздоровительный центр Матросова является муниципальным, рассказала директор лагеря. Нам удалось побывать на ярком и торжественном открытии фестиваля. Сегодня здесь присутствует еще лагерь Гагарина и планируются представители лагеря «Полянка», то есть они должны у нас сегодня прибыть. Вот. Планируются творческие выступления, планируется показ мастер-классов, планируется соревнование «Туристическая полоса», интеллектуальное соревнование и планируется показ видеороликов. Поздравить юбиляра пришли некоторые представители администрации города, Центр детских и молодежных клубов «Максимум» и представители социального агентства молодежи. Ребята персонал лагеря также поздравил заместитель председателя муниципального совета и городского округа город Рыбинск Соколов Александр Викторович. Действительно, сегодня ради нашего фестиваля и погода настроилась, дождик пока прекратился. Но я думаю, что вы, я прежде всего обращаюсь к ребятам, находите чем заняться и в дождь, и ни одной минуты этого замечательного лета не потеряете для того, чтобы научиться чему-то новому, овладеть какими-то знаниями, да может и просто отдохнуть. Поэтому всех с праздником! Солнца, добра! Любви и удачи всем! В открытии праздника приняли участие детский образцовый эстрадно-вокальный коллектив «Модус» и непосредственно ребята, представляющие лагерь имени Матросова. Лет – это кажется так много, но глядя на то, как с каждым годом этот лагерь изменяется, становится лучше и комфортнее для отдыха детей, трудно сказать, что ему столько лет. В Матросово появилось множество обычаев и традиций, сформировался собственный необыкновенный дух. Детский оздоровительный лагерь дарит дружбу и детям, и взрослым, которые можно пронести через всю жизнь.